Доброго времени суток, Санавиру, Санкт-Петербург. Перед нами Kia Carnival 2021 модельного года, 22 соответственно. Данная машина идет с такой вот мультимедиа. Штатную мультимедиа мы не трогаем. Мы все делаем с помощью телефона и добавления разблокировки Android Auto. Тем самым получаем доступ ко всем удобным и привычным нам приложениям. К примеру, таким как YouTube. Также Яндекс Музыка и Яндекс Навигатор, который полноценный, неурезанный, который в штате идет в CarPlay в Android Auto. Какая погода? Голосовое управление также работает. Никаких проблем. Данную услугу готовы оказывать как в Санкт-Петербурге, так и удаленно, поэтому можете писать, звонить, отправим по всей России. Спасибо за внимание.